Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые партнеры, с вами Станислав Томашунас, и сегодня мы опять вернемся к теме криптовалют и к тому, как быстрее и проще их зарабатывать. Сегодня я вас познакомлю с замечательной программкой EOBOT, которая дает возможность автоматически майнить любые криптовалюты. То есть, обратите внимание, в аккаунте очень много различных валют, которые вы можете майнить. Да, вот я сейчас догов зарабатываю, потому что, ну, здесь уже чисто своя стратегия, потому что самая низкая стоимость одного дога это возможность потенциального роста валюты и, соответственно, увеличение курса и увеличение денежного эквивалента. Обратите внимание, вот сколько уже времени пришел биткоин в нашу жизнь, как криптовалюта одна из первых, я бы сказал даже первая. И текущий курс 467 долларов за один биткоин. Да, замечательно было бы зарабатывать один биткоин в день там, или пускай даже в неделю, но к этому надо стремиться. И вы прекрасно знаете различные сервисы, где можно, как говорится, копать эти биткоины. У меня на сайте, на информационном, расположено достаточно много информации по самим биткоинам, как открыть биткоин кошелек, как заработать первые биткоины. Все это очень, очень просто. Просто заходите на FreeBitcoin, тот же самый, один из сервисов, вводите капчу. И получаете свою порцию биткоина. И дальше вы их уже можете выводить. Либо автоматический вывод сделать на свой кошелек, который будет прикреплен к вашему сервису. Из кошелька уже расплачиваться, менять эти биткоины в обменнике на доллары и тому подобное. Очень много сервисов по заработку биткоинов. Также сервисы майнинга, вот Moon Bitcoin, на данный момент он тоже работает, включен и потихонечку копает, вот буквально за 17 минут накопал уже 146 сатоши. Да? И при получении 5500 сатошей они отправляются уже к вам на кошелек, дальше можете распоряжаться, перегонять их дальше и контролировать свои деньги, наращивать. Вот как раз-то за прирост этих всех наших денег и отвечает EOBOT. Смысл этой программы достаточно прост. Мы покупаем американские места на виртуальном облаке на американских серверах, которые как раз-то и зарабатывают, копают эти биткоины. И чем больше этого виртуального облака у нас доли, тем больше идет прирост биткоина. То есть самое первое, что после регистрации надо сделать, это приобрести скорости на этих облаках. Чем больше здесь, тем больше у вас будет в кошельке на любой валюте. Делается это достаточно просто. Значит, давайте сейчас разберемся, как зарегистрироваться в первую очередь. В разделе «Реферал» у вас всегда есть ваша ссылка, реферальный линк. Его можно. Так, я копирую ссылку сейчас и открою, например, в другом браузере. Как это будет все выглядеть? После того, когда вы взяли реферальную ссылку, вам надо пройти по кнопочке Sync In, Sync Up. И в правой стороне экрана еще раз нажать Sync Up. После этого вас попросят ввести ваш действующий e-mail. И настоятельно еще раз говорю, используйте gmail.com сервис. Также ввести ваш пароль, по которому вы будете заходить в свой кошелек. И после введения капчи нажимаете кнопку Sync Up. И, соответственно, вам уже дальше на почту придет поздравление о регистрации в аккаунте. Итак,
После того, когда вы зайдете в аккаунт, что надо здесь сделать? Во-первых, профиль. Заполните свой профиль, чтобы с вами всегда могли связаться ваши партнеры, чтобы могли найти вас ваши аффилейты, рефералы. Заполните все данные. Но я сам вошел в этот проект только вчера, еще данные не заполнил, хотя это рекомендую сделать. Далее. В разделе рефералы мы уже посмотрели ваши реферальные ссылки для электронной почты, для выставления на баннерах и тому подобное. Далее. История. То, что вам понадобится. История. Здесь будет отмечена вся история ваших покупок, ваших действий с деньгами внутри этой системы. Дальше. Депозит. Здесь мы можем начать работать, приобретя место на виртуальных дисках, то есть на виртуальных облаках. Соответственно, без этого у вас не начнется майнинга. В принципе, те, кто уже заработал биткоинов на свои кошельки, могут ввести сюда биткоины. Как это сделать? Когда вы открываете раздел «Депозит», здесь у вас кошельки каждой валюте, которую мы майним в этой компании. И, например, если вы хотите перевести себе на счет биткоина со своего кошелька биткоина, копируете этот адрес и делаете на него перевод. Ну вот мне деньги пришли в течение часа, да, может быть час там полтора подтверждения транзакции. Например, доги, они приходят достаточно быстро после заказа. Пишут, что в течение 24 часов, но там полчаса даже не прошло, мне уже на аккаунт поступили доги. Для того, чтобы начать работать, у вас обязательно должно быть хоть какая-то вот копеечка здесь находиться на этом виртуальном облаке. И дальше вы сможете майнить валюту. Самый простой вариант, который я вам могу предложить, это зарегистрировать себе кошелек для догов. Вот я отсюда уже переводил денежки. То есть вот я 19 догов отсюда перевел. И обратите внимание, здесь минимальные суммы для ввода. То есть биткоины, лоткоины. Ну вот, например, набрать вот эту сумму биткоинов, это надо еще попотеть немножко, да, походить там капчу, позаполнять. А вот 10 догов мы можем с вами всегда заработать очень быстро и очень просто. Для тех, кто не знает, где их достать, просто-напросто заходите у меня на информационный портал internetbusiness.info. И вот здесь вот. Сейчас я обновлю. Добавил как раз ссылочку. Здесь вот появился новый баннер. Free Doggy Coin. Открываете его. Вот буквально через минуту нам можно будет заработать 10-11 догов. Здесь появится окошечко с копчой и строчка для ввода. Вводите эту копчу, нажимаете Next и дальше уже обрабатывается цифровое значение. Вы получаете какое-то количество догов. И потом просто выводите их на свой аккаунт. Вот у меня сейчас стоит уже вывод. 33 я сегодня в течение 3 часов был возле компьютера. Как раз 3 раза ввел капчу и получил 33 биткоина. Еще вот 11 лежит здесь. Ну, чтобы сделать выплат на свой биткоин кошелек, просто нажимаете здесь и здесь. Вот. Ну, пишут, что в течение 48 часов деньги придут. Как видите, с баланса они списались. И вот сейчас они будут у нас находиться в ожидании, в пендинге. Вот 44, уже было 33, сейчас 44 дога находится в ожидании на вывод. Ну и буквально еще через несколько секунд еще можно будет отправить 11 на вывод. Ну, в течение 24-48 часов этот платеж обработается. Давайте сменим капчу. Если нам не нравится...
Вот, например, такую возьмем. Вот, видите, мы получили с вами еще 11 догов. И точно так же их выводим на свой кошелек. Все замечательно. Видите, вот у нас уже 56 догов стоит на выводе. Когда мы их получим в свой кошелек, вот, можно будет сразу сделать вывод. Здесь кнопочку Send нажимаем. Ставим сюда кошелек с EOBOT. Ищем вот наш док кошелек в EOBOT. Копируем его и вставляем сюда. Пишем, сколько нам надо вывести. Нам показывает, какую комиссию за это возьмут. И дальше send money. Отправить деньги в течение там нескольких часов. Они придут вам на EOBOT, зачислятся вот сюда. И, соответственно, с этих денег вы можете уже оплатить свое облако. То есть купить виртуальное пространство. Вот давайте сейчас я переключусь на майнинг биткоинов. То есть майнинг переключается просто. Вот кнопочка майнинг. Выбираете ту валюту, которую майнить. Притом вы можете майнить даже свои облака, увеличивать их пространство. Вот, для того, чтобы потом впоследствии больше зарабатывать криптовалют. Давайте теперь посмотрим, как нам купить это облако с тех денег, которые предположительно вы перевели со своих долгов, да, сюда в проект. Нажимаем Buy Cloud. И есть два варианта. Оплата криптовалютами, уже находящимися на вашем аккаунте, либо оплата PayPal. Я вчера вводил и тем, и другим методом, и мне все прекрасно понравилось. Значит, давайте здесь посмотрим. Покупка криптовалютами. Вот здесь открывается внизу окошечко, какую валюту мы будем выбирать для оплаты. Я выберу доги. И сейчас мне покажет, сколько места на сервере я могу приобрести за эти деньги. Ну, как я сказал, перспективнее выбирать вот либо Cloud США, либо Cloud Script. Cloud США, он подороже. Но у него очень высокие мощности. То есть он побыстрее работает. Однако Cloud Script он дешевле. Видите, насколько дешевле его котировка. Но он также стабильно и очень быстро работает. В принципе, я выбрал себе стратегию развивать оба облака, оба виртуальных пространства, для того, чтобы впоследствии мощности брались и отсюда, и отсюда. То есть, чем это хорошо? То есть, все вот эти серверы, они обслуживают вот это вот копание криптовалют. Вам не нужны там очень дорогие видеокарты, вам не нужны какие-то там супермощные детали компьютера. Вы можете работать на, как говорится, на вшивеньком компьютере, на самом простом там нетбуке, с самой плохой видеокартой, используя как раз-то мощности вот этих вот серверов. Итак, я сейчас куплю то, что подешевле, а потом постепенно буду наращивать объемы. Вот, мне сейчас показало, сколько места на виртуальном диске можно приобрести за то количество догов, которые есть. И после этого нажимаю Buy Script. Все, мы купили себе еще побольше этого места. И здесь у нас произошло обнуление. Вот, сейчас. В принципе, даже если у вас какой-то валюты ноль, неважно, у вас есть рабочие сервера, которые будут вам добывать. Снова возвращаюсь на долгов. И обратите внимание, какая скорость сейчас пойдет при копании долгов. И здесь, когда вы заходите на аккаунт, то есть это то, к чему надо стремиться больше, больше, больше. Здесь показаны два ваших облака. Cloud США и Cloud Script. И текущие объемы вашего места на этом диске, какую приносят прибыль. То есть часовая прибыль, дневная прибыль, месячная прибыль и годовая прибыль. Да? Но 28 долларов в год, я не думаю, что это те деньги, ради которых
вы будете копать криптовалюты. Поэтому надо увеличивать эти облака, и чем больше у вас будет пространство, тем больше будет вот эта сумма, тем будет больше эта сумма, это и это. То есть чем больше пространства вы покупаете. Вот давайте сейчас проэкспериментируем и посмотрим, как ввести еще дополнительно деньги через PayPal. Открываем депозит, buy cloud и выбираем PayPal. Значит, какие здесь возможности? А, и хочу здесь обратить внимание, что на 45 дней до, по-моему, 20 или 28 октября вывод отключен в связи с покупкой облака PayPal. Вот, у нас появятся еще новые мощности и новые возможности. Вот, но я в течение, по крайней мере, месяцев 3-4 все равно не планирую выводить деньги, так как буду наращивать облака. Я хочу зарабатывать один биткоин в день. Это возможно также сделать, еще привлекая партнеров. Здесь рефералка достаточно слабенькая, 1% от объема заработанных средств вашими партнерами. Но если вы действительно активный лидер и у вас будет много партнеров, то вы будете получать еще от этого дополнительный доход. Это огромный плюс. Итак, давайте посмотрим, что мы можем выбрать. Значит, первое облако — это у нас облако Cloud США, про которое я говорил. Сразу обратите внимание, вот, например, если мы берем 10 единиц объема, это получится 17 долларов. 17 долларов и 6 центов, да? Если мы возьмем там еще больше объемов, соответственно, будет больше цена. Ну, чем больше объемов, тем быстрее все это работает и больше вы получаете доход. А второе облако стоит здесь. Обратите внимание, что оно работает только до 1 октября 2014 года, поэтому в него деньги не вкладывайте. Третье облако Cloud Script. Его тоже нужно покупать, его нужно развивать. Оно дешевле. Вот, в принципе, можете начинать с него, если у вас немного денег. Вот, минимальный ввод 10 долларов, поэтому на 2,5 доллара вы, конечно, не купите. Вот, например, здесь надо купить 200 объемов, 200 единиц, и как раз получится 10 долларов можно добавить, да? Так, четвертое и пятое облако. Они очень мощные, скоростные. Я их сам еще не проверял, но ребята говорят, что они работают очень четко. Я хочу еще оценить рентабельность, насколько это будет мощно действительно, и какое-то окупит ли те средства, которые, например, вложить в это облако. Нам надо 10 долларов. Вот давайте сейчас сделаем такую покупку. 3000 объема виртуального пространства возьмем на 24 часа и посмотрим, какой приток нам это даст виртуальных валют. Окупит ли это сумму инвестиций? И также докупим еще 10 единиц на Cloud США. Нажимаем кнопочку Buy Now. Открывается инвойс на оплату с PayPal. И нажимаем оплатить. И нажимаем оплатить сейчас. Так, сейчас нас сервис вернет назад на страничку Yellbot. И обратите внимание, какая пошла скорость мощная. То есть даже нескольких секунд не проходит, у нас заработан один док. А теперь давайте сделаем оценку. То есть если раньше наше облако давало там какие-то центы, десятые, сотые, да, и мы с вами получали 28 долларов в год,
то здесь мы с вами зарабатываем 4481 доллар в долларовом эквиваленте уже переведенной криптовалюты. Те мощности, которые нам дает сервер, оно зарабатывает нам за год. Или дневной доход, например, получается 12 долларов. 12 долларов. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получится дальше. Так, значит, с депозитами мы разобрались еще раз. Депозит мы делаем со своих кошельков криптовалют на вот эти, это ваши же кошельки, просто они находятся внутри вашего аккаунта. Обращайте внимание, какую минималку можно вводить. Покупку облака мы можем делать либо со своих криптовалют, либо с PayPal. Два варианта. Значит, облака выбираем с вами либо первое, либо второе. Ой, извините, либо первое, либо третье, ну, либо четвертое или пятое, да? Таким образом. Дальше что? Выводы. Выводы, как я уже сказал, у нас до октября их не будет, до конца октября. Вот здесь указано. Выводы включатся 8.29, 10, 24, 24 октября. И вы выводите деньги на свой кошелек тех криптовалют, которые вы майните. И дальше уже через обменник меняете на доллары, меняете там на свои Сбербанки, ВТБ и тому подобные, приватбанки, без разницы. Там, либо на другие электронные валюты, там Solitraspay, OkPay и тому подобное. То есть обратите внимание, пока мы с вами говорили, буквально минут 5 уже 136 догов заработано. Да? Скорость просто мощнейшая. Давайте сейчас попробуем переключиться на биткоин и посмотреть, как будет майнить здесь. Но это вообще песня. Это вообще песня, посмотрите, какая скорость идет. Да? А вот эти доги, еще раз давайте с вами курс пройдем. Вот эти 150 догов мы сейчас запулим именно в наше облако, чтобы оно у нас было подороже. Итак, Байкволд. Выбираем криптовалюту. Выбираем доги. И будем увеличивать пространство на Cloud США. Окей. Сутки у вас компьютер включен, сутки вы зарабатываете. Вот сейчас обратите внимание, уже 2000 сатошей заработано на биткоинах. И это все на полном автомате. То есть вы не прикладываете никаких усилий. Понимаете, да? Это уже вот фактически у вас получается 1 цент вы заработали. Да? Скоро будет 1 доллар и так далее. Вот. Все достаточно просто. Также здесь вы можете посмотреть информацию по облакам. Софт. Ну, софт я не скачивал, у меня не пропустил его антивирус. Можете делать, можете не делать. Можно там через этот софт ставить также автоматический майнинг. Но меня больше устраивает вот через личный кабинет. А дальше социал. Здесь вы можете посмотреть, кто что майнит. Здесь топ-партнеров, топ-1000 идет, кто сколько намайнил и какую валюту в данном случае он майнит. Да. Можете зайти по его биткоин-адресу посмотреть. Так, дальше. Новости, вопросы и ответы. Это можно все перевести на русский. Вот видите, он также майнит биткоины человек. И достаточно неплохо. И он развивает, как раз-то он развивает вот это Cloud США. Вот, достаточно мощное у него пространство на серваке. И, соответственно, поэтому идет хороший такой доход. Так, в принципе, это все, что вам понадобится, наверное, в этом замечательном проекте. Так что подключайтесь, ребята, зарабатывайте деньги,
Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Вся информация будет также, и это видео выложено на моем информационном сайте internetbusiness.info. Также здесь можете найти много интересных сервисов, где еще в свободное время можно покопать биткоины. Вот, думаю, немало ссылок. И, в принципе, тем, кто еще не знает, что такое криптовалюта, узнают, но позже, как говорится, вот, потому что это уже вошло в нашу жизнь, и от этого мы уже никуда не денемся. Ну и здесь также инструкции, как зарегистрировать кошелек, как получить первые биткоины. Вот, так что давайте с вами, ребята, будем зарабатывать. И чем больше, тем лучше на самом деле. Спасибо за внимание. С вами был Станислав.